Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия. Сегодня я хочу поделиться с вами одной очень-очень интересной информацией. Но предупреждаю сразу, и даже написала надпись в начале видео, и даже в названии, что это видео немножечко о спойлерах. Поэтому, если вы не хотите портить себе сюрприз, сразу закрывайте это видео и просто ждите, когда игрушка обновится в последующих несколько месяцев. Я никакую информацию сама эту не находила, потому что в файлах игрушки я копаться и вытаскивать из нее 3D-модельки не умею. Но на Ютубе есть один канал, вот, немецкий по Star Stable. Вот там девушка, она умеет все это делать, и она обычно вот рассказывает и показывает все, что она вообще может вытащить из игрушки, что разрабы, в принципе, потихоньку уже добавляют, но как бы обновления этого еще нету. То есть они просто об этом молчат. Хотя, в принципе, в файлах игры это уже потихоньку добавляется. Так о чем же я поговорю? Обновление моделек. Да. Есть информация, точнее, есть уже в файлах игры такой файлик, который предоставляет фотографию нам персонажа какого-то самого элементарного с обновленным лицом. И надо сказать, по мне так там были слишком большие глаза, но, может быть, я ошибаюсь. Я, конечно, найду, вставлю все это, все, что я вам говорю, чтобы вы имели хоть какое-то представление, о чем я говорю. Да, фотографии делала не я, а вот как раз вот эта девушка с немецкого Ютуба. Но просто я очень сильно известна, сама я эти файлы получить не могу. Сами картинки я не скриншотила из ее видео, я их позаимствовала у группы Poster Stable, которая тоже выложила эту информацию. Вот. Потом, кроме обновления, судя по всему, персонажей наших с вами, нас ждет обновление основных персонажей, имеется в виду духовных наездников. Здесь уже четко представлены их 3D-модельки, и, как написано в группе, обновление их лошадей. Ну, просто я смотрела видео без субтитров, и как бы не знаю. Я знаю, что вот там модельки персонажей показали. Линды, Алекс... Еще там кто? Я просто плохо уже помню по именам, давно не проходила с ними сюжетку. Вот, и так что будет обновление всех духовных наездников и их лошадей. Я думаю, что обновление духовных наездников будет в одно обновление, к примеру, а обновлению анимации, как сказать, текстуры, ну, в общем, модельку персонажей наших с вами будет уже в отдельном обновлении. Потом, что еще нового? У нас уже в файлах игры содержится новая лошадь. Значит, у нас, если я правильно поняла, будет новая масть северо-шведа. Если это он, ну, я лично запуталась. Я вначале вообще подумала, что это какая-то новая лошадь, тоже с лохматушками, потому что как-то, ну, цвет... масть, точнее, данной модельки немножечко отвлек меня от самого типа модельки. Ну, там, в источниках я прочла, что они написали, что это швед. Ну, видимо, они переводили все субтитры. А я нет. Я просто не люблю субтитры включать и переводить все это. Да и вообще я не знала, снимать это видео для вас или нет. Потому что я лично сама спойлерить не люблю. Поэтому, если вам не хочется спойлеров, вы напишите в комментарии, и их больше никогда не будет на моем канале, и это будет честно. Вот, значит, предположительно новая масть северо-шведской лошадки.
Конечно, сразу видно, что она еще не доработана, поэтому кричать и махать руками, что фу, мне эта мазь не нравится, я ее покупать не буду. Ребят, подождите. Вот если она, вот если это реально северо-швед, то когда он выйдет, вы поднимете руки вверх и скрикните «я его хочу». Вот, потом новый Ганновер. Да, вроде бы, куда нам еще Ганноверов? Ну, хотя нет, ребят, на самом деле нам еще есть куда добавлять Ганноверов. И я влюбилась в этого Ганновера. Он очень похож на Ганновера Воронова с белой отметиной на лбу и с розовой носопыркой, но этот, он отличный. Он прям такой темный, шоколадный, такой прям шоколадный. Я очень люблю эту масть, и я знаю, что вообще он просто суперский. Мне он очень прям понравился. Вот, у него будут гольфики на каждой ноге. Прям чисто-чисто белые. Копыта все абсолютно одинакового цвета, такого сероватого. И у него тоже отметина на лбу белая, но я просто не знаю название всех этих отметин. Но она не доходит до носа. То есть она идет от самой верхней части лба и заканчивается, по-моему, такой узенькой полосочкой посреди морды. Ну, просто вот в такой картинке, которую я сейчас вот вставила, согласитесь, там это плохо видно, тем более, что я смотрела это все ночью с телефона. Вот. Потом еще я уж думала, куда нам... Ну, просто как бы уже не задумаешься, что таких лошадей могут добавлять, но однако добавляют... Нам еще добавят Лузитана. Лузитана Изабелловой, если я ничего не путаю, масти. Вот эта лошадь очень-очень милая и нежная. Я даже не знаю. Когда я увидела эту Изабелловую масть, я ее поставила в один ряд три Лузитана у себя в голове. Это светло-серого, салового и вот Изабеллового. Мне нравится лично. Вот, может быть, он еще немножечко недоработан, но мне уже очень даже вполне нравится все, что сейчас, ну, вообще разработчики пытаются сделать. Я, конечно, еще в ожидании, когда наконец-то в Star Stable добавят. Если добавят, но они должны добавить. Они уже так раздразнили лично меня, что они просто должны добавить еще одного. Липициана и еще одного мустанга. О том, каких, я могу сказать проще. Съездите в конюшню New Hillcrest, именно в конюшню, не там, где лошади продаются, а именно в конюшню. И посмотрите, какой липициан стоит там. Это не белый липициан, это новый какой-то липициан, и он до сих пор еще не продается. И какой новый мустанг? Просто сходите в загон, где пасутся лошади около Ярлхейма, и посмотрите, какой мустанг стоит там. Этих лошадей еще нет. Они либо просто так их добавили, знаете, типа первые лошади, которых не будет добавлять, но они как бы есть в игре. Это абсолютно меня раздразнивает до сих пор, потому что вот мустанга лично я хочу. Так, извините, но отвлеклась. Значит, что еще? Нас ждет, я так думаю, в скором времени, в зимнее время, еще одна новая порода. Если я правильно, ну просто я сейчас не могу прочесть именно название, но они, по-моему, называются Cloudsdale. Это просто волшебная лошадь. Она обычная лошадь, но это такая моделька, это такой тяжик. У меня какая-то слегка ненормальная порой любовь к тяжикам. У меня вообще любовь к гигантомании, всему гигантскому. Но когда я увидела этого тяжика, у меня сразу картина зима, снег и вот эта лошадь. Значит, нам показали их сколько получается? По-моему, 4 масти. Да, 4 масти нам показали, и это значит, что эти 4 масти будут примерно добавлены в одно время, но одна из них будет добавлена в приложении. Я лично думаю, что в приложение будет добавлена вот этот вот такой пегий, бело-рыжий, или как его еще назвать. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ну, в общем, вот у нас еще вот такая вот новая порода. И знаете, что я заметила? Разработчики не всегда уже стремятся обновлять лошадей. Но, к примеру, они не будут обновлять, к примеру,
тех же мустангов, андалузов, или, к примеру, вот этих квадрохорсов. Им невыгодно обновлять эту лошадь, потому что она не самой худшей модельки, ну, что я не могу сказать, как правда, про андалузов. Но я думаю, разрабы сейчас делают так, что им нет смысла обновлять и вставлять новую породу какую-то. Но в каких-то редких исключениях, что вот там Тинкеры или Сейра Шведов, вот я думаю, вот они их именно обновлять будут. Нет. Они будут просто добавлять новую породу, которая похожа на эту породу, даже, может быть, с ней в жизни и связана как-то по родословной, по генетике. Вот. Ну или просто одного типажа, ну прям вот просто вот очень сильного типажа. Потому что вот из этих четырех лично Клаудзейлов один вылитый шайер. Правда, мне непонятно, почему у него такие разные гольфики, носочки, я не знаю как. Вот. И, ну, я вот смотрю, я вот просто в восторге от этой лошади. Я уже сейчас готова просто копить на нее. Я не знаю, когда она выйдет, в каком скором времени она выйдет, но вот я думаю, что нужно срочно накопить. И вот 1000 СК, вот, не приблизительно какую-то, а вот и ровно 1000 СК держать при себе и не тратить, пока не выйдет эта лошадь. Да, я хотела купить Зони, но, как бы, ребят, я все понимаю, вам хочется видео. Видео о покупке Зони потом будет. Может быть, потом какую-нибудь другую поняшу добавят на подобие Зони. Я сниму видео по ее покупке. Но пока что моя голова занята вот этим тяжиком, который занимает сейчас все мои мысли, связанные со Star Stable Online. Так что, вот, простите меня, но, видимо, покупка Зони будет, ну, немножечко попозже. Не знаю, месяц-то так... На один, наверное, а то и на два точно. Вот. Значит, что еще? Знаете, а по-моему, это уже все новости, которые я посмотрела за сегодняшнюю ночь, и у меня появилась идея, что вам нужно снять это видео. Ну, вроде бы, да. Просто это сейчас так вспоминаю. Ну, тогда хочу вам сказать спасибо за просмотр, ставьте лайки. Если вы не хотите спойлеров, я вас пойму, но вы напишите мне об этом в комментарии, что не надо ставить дизлайки. Просто напишите, там, я не хочу спойлеров, мы не хотим спойлеров, и там, ну, спойлеров больше не будет. Но только если будет под видео один комментарий, что я не хочу спойлеров, я на это не посмотрю. Вот если комментариев будет, ну так, штучки 5 хотя бы, я это уже буду воспринимать. Потому что, ребята, вас уже почти скоро будет 80 человек, и я буду опять снимать видео о том, как это вообще, что происходит. Потому что чем ближе я подхожу к числу 100 подписчиков, тем все чаще и чаще мне приходит мысль снимать вот такие видео. Я думаю, что потом, значит, вот будет 80, я сниму видео, 90 я сниму видео, и на 95 я сниму видео, а на 100 подписчиков я просто сниму видео, там, я не знаю, ну, хлопушку я у себя дома не имею права взрывать. У меня тогда все звери просто разбегутся в разные стороны. В общем, оставляйте комментарии. Это было такое пробное видео. Потому что я за вот этими вот всякими файлами, которые находятся внутри игры, видео с иностранных каналов, я не наблюдаю, я не слежу за этим. Это вот я просто решила поделиться с вами информацией, но если вы будете против получения такой информации, я буду только за. Я не люблю спойлеров, я просто случайно на них натыкаюсь, мне вот не везет. А так... Хочу сказать, что всем спасибо за просмотр. С вами была я, Донали, и мой конь на сегодня — звездный поцелуй. Всем хорошего дня, всем пока!